Ana kartsiyelerle kurulak konuda kuramız azizler. Demek şirketler kesildi. В Яшнабадском районе состоялось открытие очередного центра государственных услуг. Как отмечалось, этот центр будет функционировать по принципу экстерриториальности. Сюда могут приходить не только граждане, проживающие в Яшнабадском районе, но и жители других районов. Таким образом, все желающие смогут оперативно решить свои вопросы при соблюдении электронной очереди. Площадь нового центра от прежнего намного больше, поскольку он построен на территории 800 квадратных метров. Одно из удобств в центре будет располагаться ЗАГС и нотариус. Граждане могут одновременно решить все вопросы и заменить водительское удостоверение в том числе. Также есть уголок самообслуживания. Согласно информации, в центре созданы удобства не только для посетителей, но и для самих сотрудников. Теперь не нужно тратить время на заполнение графы с именем. При наборе номера паспорта он автоматически выходит в системе. То же самое касается и ID-карты. На выполнение каждой услуги отводится определенное время. Если, к примеру, раньше гражданина футболили и просили прийти завтра, послезавтра, то теперь такого не будет, потому что все услуги в электронной форме. И мы ему просто говорим, в течение какого срока его вопрос решаем. Он приходит в это время и никакой волокиты. Кроме того, есть еще один заслуживающий внимания аспект. В центре имеется детская площадка для посетителей с детьми. Пока взрослые будут стоять в очереди и решать свои вопросы, детки смогут поиграть и таким образом не помешают родителям.